привет. Сегодня встретился с другом, с Андрюшкой. Решил вам предложить выпить бутылочку. Бутылочку непростую, бутылочка. Бутылочка 97-го года. Это с его проводов. Бутылка интересная, такой пробочкой. Ну, как в армию пошел, так и... Вот. Вот Андрюшка. Андрюшка, скажи привет. Вот бутылка. Этикетка уже стерлась. Скоро 20 лет будет. Видите? Кинул я туда спиртометр, посмотреть, градусы-то остались или нет. Показывает 40. Вот. И еще хочу забубенить своей электрошашлычнице сарделечки. Самое интересное в этой водке, то, что она воняет спиртом, а вкус какой-то неводярский. Не знаю, чем она отдает, фиг его знает. Может, раньше водка была лучше. Конечно. Здесь вот такая вот этикеточка, что-то я ее по неизнанке еле содрал. По стопке выпили, не поняли. Решили еще. Я понял. Выпили по две стопки, ничего не поняли. Продолжаем. Выпили мы водку. Одну бутылочку. Что-то закусило нас мало. И решили выпить моего мохитовского. Надеюсь, я вам покажу, как я в пеканчике эти сделал. Так, ну и долгожданные шпиканчики. Я их уже, как сказать-то, насадил, да? Насадил, короче. Навдел. Так, я думаю, надо закрыть все это дело. Оп. Правда, даже не представляю, насколько это надо поставить. Давайте 5. Нет, 5 минут мало. Вот 8. Так, закрутилось, завертелось. Ладно, ждем. Так, все говорят мало. Он только еще, прошло уже почти 8 минут. Он еще только зажурчал. Я думаю, добавлю я до 10. А там, если что, выключим. Сейчас мы... Так, как вы видите... О, слышите? Начало потрескивать. Круто. Давайте откроем и будем наблюдать. О, слышите? Шпиканчики закричали. О, лопнуло одно. Все, знаешь, скоро game over всего этого процесса. Бля, лишь бы только они не взорвались. Вот это я переживаю. Не надо. Нет, лучше закрой. Так, ладно. Таня говорит, надо закрыть. А то говорит, взорвется. Все, ждем окончания результата. Так, друзья, я думаю, стоит посмотреть, что у нас получилось. Опа! Нифига тут у нас чудеса на виражах. Так. Колбаска раскрылась. Так, бля, повыше ты ее не поднять, не поднимается, короче. Не, ну только одна, а нет, две опустились, значит надо по одной, им тяжело, блин, она все дальше и дальше раскрывается. Надо, наверное, тарелку подставлять, она прямо в тарелку будет падать. Офигеть. Вот. Кстати, вот. Вот этот, видите, получился вообще классный. Он совсем не лопнул. И цвет у него такой коричневатый. А этот, это, наверное, девочки. Вот эти вот два шпиканчика, это девочки. Потому что остальные не так... Во, кстати. Да стопудово, мужик. Открылся офигенно. А эти раздвинули свои ягодицы. Вот эти два каких-то это
Неправильные, короче, шпиканчики. Так, я не знаю, сколько еще ждать. Ну пусть, наверное, крутится, ничего страшного. Все, ждем продолжения. Блин. Друзья, короче, все, он сейчас, видите, он сваливается. Я держу тарелку. Сейчас он, видите, какая удобная штука. Раз, готовый. Все, сейчас сразу раз на тарелочку и упадет. Так, осталось чуть-чуть. Вот он. А ведь кто-то говорил, зачем она нужна. Вот она, готовая. Пожалуйста, на тарелочку. Видите? Все идеально. Все элементарно и просто. Взял на тарелку. Взял на тарелку. Все готово. Не знаю, почему другие не хотят такую штучку купить. Очень классная вещь и недорого стоит. Все идеально просто. Так, что-то я еще хотел сказать. Ну, я думаю, все, наверное, хватит. Да? Так, что тут у нас? Ну, я думаю, все готово. Выключаем. Оп, кушать подано. Всем спасибо. Смотрите. Ставьте палец вверх. What you should say? What you should say?